Друзья мои, вот что значит день рождения, к дню рождения, повезло. Рассчитал комбинацию опять, 3-5-8, и она опять выиграла. Не играл две недели, ну и так, вот. Не играл две недели, и опять. И вот вам, пожалуйста, 3-5-8, за 1800 я выиграл 2500. Спасибо. К дню рождения подарок от 100 лото. Все-таки прав я, как всегда. Подарил тебе, отнял у 100 лото. Сколько я отнял? 1800 заплатил, 600 рублей отнял. Лото вам подарил, а не отнял. Вот. Вот так, друзья мои. Играйте и выигрывайте. А главное, побеждайте. Три одинаковых должно быть. Вот если вам попало 3 одинаковых, вы выиграли. Если... Два – ничего. Играйте лучше в топ-3, где вы можете угадать 3 числа и выиграть, друзья мои. Выиграть. Не пожалев 1800, вы можете выиграть 30 тысяч. Желаю вам удачи. Веры в победу. Съемочная площадка. Екатерина II. Это настоящая курица. А это молодой гусар. И никаких осадков. Удивительный момент. Идет съемка фильма «Екатерина Великая». Целых полдня съемочному процессу мешал дождь. Но в середине дня здесь появился волшебник Иван Иванович Кулебякин, сделал свои волшебные движения, и дождь прекратился, и съемочный процесс исторического фильма пошел своим чередом. Вся съемочная группа благодарна Ивану Ивановичу Кулебякину. Иван Иванович, всегда помогайте искусству, тем более в год кино. Это очень ценно. И в подтверждении сегодняшнего чуда солнце светит уже вовсю над съемочной площадкой фильма «Екатерина Великая». Вот оно, волшебство Ивана Ивановича Кулебякина. Седьмое июня. Я в обличии монаха, крестьянина. Сюжет из фильма «Екатерина Великая». Как видите, надо мною синее небо. Никаких остатков. По просьбе режиссера я сделал так, чтобы дождь прекратился. И я сделал это. Сила мысли. Она сотворила чудо. Поэтому съемки у них проходят без дождя, как и просили. Но прохладное лето 16-го года продолжается. Есть что будет вспомнить лет через 5. Вот оно, чудо курочки.
пьют водичку, живую водичку. Давай лук поставь. Яблоки и лук. Хлеба надо поставить. Яблоки и лук. На хлеба вот эти будут таскать. Вот яблоки и лук. Давай замутим в корзинку. Давай в корзинку. Давай, помогите будку. Вот такие чудеса. То есть если кадр будет отсюда, момент истины. Момент истины. Друзья мои, вот моя волшебная курица. Вот она. Вот моя волшебная курица. Идет съемка, град сейчас будет, снег. Все будет. Вот моя волшебная курица. Таня! Да! Пришла военных репетиций. И они это компания, да? Это момент истины. Ребят, привет, привезли кто-то. Момент истины сейчас появится. Снег. Итак, ночной репортаж со съемочной площадки. Екатерина Великая. У нас начинается пурга. Где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам.
просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство, может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником.